Russia is using all possibilities, and being such a big producer of energy resources, Russia is trying to use this lever in order to increase its role, increase its influence in world politics, which is pretty natural. The problem is who is acting in whose favor, whether Russia is doing in favor of Gazprom or Gazprom is doing in favor of Russia. Who is the dog, who is the tail? And I would say that sometimes it's not so easy to answer. Наличие или отсутствие газа и тепла в наших квартирах напрямую зависит от того, как смогут договориться политики двух стран, России и Украины. Такое впечатление создается, что для России это инструмент управления и давления на Украину, возможность держать Украину на коротком поводке. С помощью этой проблемы решать более важные политические проблемы. Отражается это на рядовых гражданах, потому что мы переживаем каждый год за наличие или отсутствие газа в наших квартирах, за повышение тарифов, потому что все это отражается на нашем благополучии.